Всем добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Что же такое счастье? Википедия описывает счастье как состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего признания, самореализации. Феномен счастья изучается такими науками, как психология, философия, физиология, социология и экономическая теория, а также, конечно, религия. В любом случае, каждый человек, живущий на Земле, стремится к счастью. А что такое счастье для вас и как почувствовать себя счастливым? Вот такое вот начало. Тему я записала. В моем случае она звучит следующим образом. Я абсолютно счастлива, счастливо живу со своей семьей в процветающей стране, в любви и процветании. Мой YouTube-канал процветает и приносит мне высокие доходы. Я наслаждаюсь своей жизнью. Вот так тема звучит у меня. Ну и, конечно, благодарю в конце. Так что обязательно указываем в теме, в своем желании, мне больше нравится говорить, пишем свое желание, да, обязательно указываем свое эмоциональное состояние, да, мы сейчас говорим о счастье, поэтому обязательно должно быть я счастлива, я счастливая обладательница, вы можете пожелать карьерный рост, вы можете пожелать новый дом, вы можете пожелать семью, встретить вторую половину, вы можете пожелать здоровых детей, все, что вам придет в голову. И, конечно, обязательно поблагодарите, потому что благодарность – великий множитель. Вселенная слышит вашу искреннюю благодарность. Как мы знаем по многим моим видео, я вам это постоянно говорю, Вселенная всегда работает на гармонию в этом мире. И чем больше искренней благодарности вы испытываете, тем больше того, за что вы можете быть благодарны, она вам посылает. Надеюсь, пока я разговаривала, тему записали все. И сейчас мы с вами разогреем наши нейроны, проделаем упражнение двухминутное, чтобы не видно было, что я пишу, и вы не отвлекались. Оставлю вам здесь эту картинку. А я ставлю таймер и пишем, пожалуйста, первое, что приходит в голову. Огромная просьба не пугаться, не волноваться. Какие-то страшные или негативные слова мы все пишем. То, что для вас страшно или негативно, я вас поздравляю, наоборот, это здорово, ваше подсознание вам показало, на что следует обратить внимание, да? Ну что, готовы? Поехали! Осталось 30 секунд. Заканчиваем.
Посмотрите, пожалуйста, внимательно на свои слова, какое количество у вас получилось, может быть, какие-то вас удивили, впечатлили. У меня получилось 34 слова. Считается, что если у вас больше 20 слов, тема для вас очень актуальна. Но, тем не менее, мы зарядились сейчас энергией. Вы думали о том, что делает вас счастливым, вам это приносило радость, и вы активировали свои нейроны, да? Нейронные соединения, нейронные сети. И сейчас мы с вами нарисуем ваше счастье. Ну что, готовы? Находим на листе себя. Схему рисунка, я думаю, все видели, да? Почувствуйте себя, какой вы наполненный желаниями, а потом мы уже будем наполнять. Дышите. Вы обратили внимание, я сначала примирялась. И что же теперь для меня в моей жизни важно? Что меня делает счастливой? Мы сейчас с вами наполним наш круг. Мы сейчас с вами наполним себя всеми нашими составными счастья. Мне очень важно здоровье мое и моей семьи. Для меня это безумно важно. Я чувствую себя счастливой, когда моя семья и я здоровы. Я чувствую себя счастливой, когда у меня есть много денег. Меня они радуют, деньги я очень люблю. Вы можете писать, что у вас там. Я с вами делюсь своим составным счастьем. Мое счастье – это возможность жить процветающей жизнью, возможность путешествовать. Мне доставляет огромное счастье моя удача. Я очень удачливый человек, вы об этом знаете. Мне доставляет счастье мое тело, моя стройность. Я это очень люблю в себе. Семья, отношения, любовь – все это для меня безумно важно. И меня это делает очень счастливой. Я обожаю свой YouTube-канал. Обожаю вас, мои подписчики. Благодарна вам за все ваши лайки, просмотры, комментарии. Благодарю вас также за все ваши благодарности, которые вы присылаете мне на карту. Все вижу, все читаю, все сообщения. Огромная вам за это благодарность. Машины, путешествия, любовь. Все это можно отнести к материальной сфере, да? Какой-то прогресс. Знания, навыки, таланты, все это тоже мне любопытно и интересно, все это делает меня счастливой. Я обожаю путешествовать. Мне кажется, целой жизни мало, чтобы насладиться этим прекрасным миром. Ну вот как-то так у меня все это получилось, еще где-то, может быть, что-то кому-то хочется. То, что я не знаю, конечно, всегда надо оставлять толику того, что вы не знаете, что может сделать вас счастливыми. Но когда вы это встретите, вы испытаете это счастье. И мне, знаете, мне вот хочется прямо сейчас. Отметить, как будто как солнышко. И озаряет светом Вселенную вокруг. И что мы с вами делаем теперь?
Представьте, что энергия намерения, вся, которая есть у вас в теле, вот это вот намерение иметь, оно пронзает все ваши желания. И что приведет, конечно же, к их быстрой реализации. Мне хочется и вот так добавить еще энергии. Дышите. Кто-то сейчас почувствует прилив сил, прилив энергии. Это вполне нормально. Вся энергия в этой вселенной, из поля мы ее брали, из себя собирали и направляли внутрь себя, направляли в свои желания. Я предлагаю вам пронейрографировать ваши желания, почувствовать их сейчас, как они изменились. Не нужно много линий, просто прочувствуйте, какими они стали. То, что делает вас счастливым. Может, где-то вы стали больше сиять, сверкать и делать счастливым все вокруг и всех. Счастливые люди всегда хотят сделать счастливыми других людей. Где-то линии могут идти и заходить на другие желания. Одно очень часто зависит от другого, это правда жизни, так бывает, и это нормально. Округляйте все не спеша, с любовью. Прочувствуйте вот это вот ощущение счастья, поймайте его. Насладитесь им. Дышите, чувствуйте. Знаете, величайшие умы человечества о счастье говорят достаточно разное. Кто-то начинает, что говорит, что это тихое принятие мира во всем его многообразии, а кто-то, наоборот, говорит об активном переустройстве через какую-то борьбу и страдания. Счастье – это не то, что мы получаем в готовом виде. Оно происходит из наших собственных действий. И само счастье – это внутренняя природа. Оно не нуждается в каких-то внешних условиях. Оно просто есть. Конечно же, на счастье, на ваше внутреннее личное ощущение счастья влияет там… Шли вы по улице, вам подставили подножку или нет. Но если думать глубже, вы всегда можете найти то, за что вы можете быть благодарны, то, благодаря чему вы можете быть счастливы. Очень часто люди не знают, что им нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Посмотрите, как много других каких-то моментов счастья получается после того, как мы начинаем нейрографировать и округлять. А что счастье для вас? Подумайте об этом, пишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Так вот, Махатма Ганди, например, говорил, что счастье – это когда то, что вы думаете, говорите и делаете, пребывает в гармонии. Адель Карнеги, например, считает, что счастье
не зависит от внешних условий, оно регулируется нашим внутренним настроем. Счастье не ищут как выигрыш, его создают сами, те, у кого хватает сил и знаний. Счастье – это идеал не разума, а воображения. Счастье не то, что вы испытываете, счастье – это то, что вы помните. А что для вас есть счастье? Я много раз вам говорила и постоянно говорю, я очень счастливый человек. И я к этому много десятилетий шла. Мое искреннее желание быть счастливым, разумеется, я живой человек, я так же, как вы, хожу по улице. У меня есть какие-то бытовые моменты, которые могут меня расстраивать. Но мне кажется, самым правильным с такими моментами поступать, ну, примерно следующим образом. Отлавливать их и сразу же переключаться. Не то, что сразу же, а действительно вот моментально концентрироваться. Потому что когда вы начинаете концентрироваться на том, что вас расстраивает, вы перестаете испытывать ощущение счастья, этого самого волшебного чувства. И после этого вы скатываетесь в какую-то депрессию, на какие-то ужасные линии жизни, что ни к чему хорошему, как известно, не приводит. Так вот, именно поэтому отлавливаем эти все состояния, которые негативные могут у вас проявляться, и переключаемся. Потому что, когда человек находится в состоянии счастья, он может исполнять все свои желания, он излучает настолько высокие вибрации, что исполняет все свои желания, как будто по взмаху волшебной палочки. И дальше вопрос, от чего хотите вы? Вы хотите жить и творить, создавать свою реальность, жить счастливо, или вы хотите страдать и мучиться? Я уверена, что первое, иначе бы вас на канале бы не было. Какое-то такое умиротворение происходит сейчас внутри. Хочется просто радоваться, не хочется что-то говорить особо. Можете побыть сами с собой. Можете вспомнить все то, что делает счастливым вас уже сейчас. Можете поблагодарить за это. Я практически все округлила. Если где-то недоокруглили, не переживайте, к работе можно вернуться, и когда будете уже с цветом работать, и дооруглить. И, конечно же, что здесь очень важно? Здесь очень важно, точно так же, как и в любой нашей работе, провести линии в социум. Их не обязательно должно быть много, но они должны быть. И наблюдайте, как меняется ваше состояние, когда вы стали проводить линии в социум. Что вы испытываете, уверенность или наоборот страх? Пришла ли к вам еще большая уверенность? Удовлетворенность? Потому что практически все, что делает нас счастливыми,
Мы можем получить из космоса, из социума. Зарплату нам платят на работе, любимых мы встречаем тоже где-то вовне. Потом они уже становятся частью нашей семьи и частью нашей жизни. Путешествия. Любые конкурсы, выигрыши, образование, все это мы получаем извне. И очень важно вот это вот счастье, которое вы испытываете внутри себя, очень важно его распространять на мир вокруг вас. Еще несколько линий. У меня какое-то волнение. Отчасти недоверие миру, именно поэтому я... Недоверие не миру, я неправильно выразилась. Недоверие социуму, да? Но, наверное, тому, который вот есть прямо сейчас, в текущем моменте, да? Поэтому я еще продолжаю проводить линии. Я хочу поймать вот эту вот гармонию, ощущение счастья, ощущение безопасности. Вот теперь мне стало хорошо. Теперь я спокойна. Такое бывает. Я удивилась, если честно, что в этой работе, но мы с вами живем в мире, где есть социум, где есть другие люди, и мы не можем, к сожалению, закрыться и жить только в своем маленьком мирке, да? Есть работа, есть школа, учеба, есть какие-то... Да, фактически все у нас связано с социумом, да, поэтому очень важно поймать здесь вот эту вот самую гармонию. Вот такая работа у меня получилась. Ну что же, и начать я бы хотела с себя. Я очень хочу начать с себя. Берите цвет, которым вы себя ощущаете, и начинаем проходить. Я испытала это ощущение счастья, которое я могу. Могу продлить на окружающий меня мир. И мне это очень важно, мне это в принципе важно. Я очень счастливый человек сама по себе, и мне очень хочется сделать счастливыми людей вокруг. Начала я с себя. И заметьте, как я начала... Не просто с себя, а именно с вот этих лучиков, которые выходят в социум и делают счастливыми других людей.
Вот такая вот я сейчас. И я беру, мне хочется как можно больше вот энергии добавить, но не такой жесткой, а немножко с розовинкой, да, чтобы все-таки вся вот эта вот энергия, она шла через любовь. Вся сила Вселенной, вся энергия моего намерения, которое я вот собрала в своих ладошках, она заходит и вот это вот намерение иметь, оно заходит и заставляет мое счастье составные моего счастья работать и быть не просто моими желаниями, а быть моей жизнью. И начинается издалека, достаточно такая рассеянная, и чем сильнее ближе к углу, тем сильнее оно пронзает всю меня и все мои желания. Дышите, как вы себя чувствуете? У меня просто невероятный прилив сил. Я сейчас сравнила бы себя с какой-нибудь прилежной отличницей, которая делает какую-то дипломную работу, и все, завтра, да даже не завтра, а сейчас же она получит свою золотую медаль. Теперь я бы хотела взять свои невероятные желания и окутать их, конечно же, чем? Любовью, радостью, всем, что только можно. Набрала кучу карандашей. Мой восторг не знает предела. Мне хочется их просто, вот каждое желание, наверное, отдельно и выделить. Вы заключили в себе все то, что для вас важно. Все то, что делает вас счастливым. Помните фильм, точнее не фильм, а сериал «Секс в большом городе», где они обсуждали счастье, и Шарлотта тогда сказала: «А я счастлива каждый день». Не на протяжении всего дня, конечно, но каждый день. И ее подруги очень сильно удивились. На самом деле это и есть счастье. И очень важно его испытывать, да, не каждую секунду, но на протяжении всего дня. Но не на протяжении всего дня, но именно каждый день. Ощущать это волшебное ощущение радости, восторга. Так, сейчас хотела бы. Посмотрите, какой жизнерадостный у вас получается наполненный ваш круг. Вообще эту энергию, вот где мы, это круг, и треугольники здесь входят, да, и пронзают, ее иногда сравнивают с оплодотворением яйцеклетки. Вот, выразилась.
ваши намерения чувствовать себя счастливым исполняет ваши желания. Даже не знаю, какой еще хочется взять. Все, мне мало цветов как-то. Вот такая работа у меня получилась. И что мне хочется добавить? Конечно же, мне хочется продлить как-то это все на социум. И, знаете, я бы сделала это вот так вот. Мне хочется взять 3 карандаша сразу. Чтобы моя работа как солнышко сияла. Ну что ж, тадам, вот оно мое счастье. Линии поля и фигура фиксации. И еще больше, еще сильнее, еще мощнее энергии добавить. Можете вести и прям называть эту линию. Это моя линия счастья. Можете хоть каждую линию обзывать в своей работе. Это моя линия любви. Whatever. Все в этом мире хотят любви. У меня, если честно, любовь даже ассоциируется с словом счастье. Вот если посмотреть где-то в интернете, слово счастье чем можно заменить? Удача, благополучие. У меня тоже, но и любовь. И я хочу еще линию. Богатство? Куда же без него, любимого? Округляем все пересечения не спеша. Аккуратно, с любовью, где-то забыли, ничего страшного, вернулись, доделали. Но я предпочитаю отпустить, как бабочку в небо. Вы все сделали, что от вас зависит. Дальше ваше подсознание само все сделает за вас. Доверьтесь миру, и мир о вас позаботится. Идеальный принцип для жизни, если честно. И что вам хочется выделить здесь? Фигура фиксации какая? У меня вот это. Фигура фиксации можете быть вы сами. Может быть какое-то желание ваше. Какое-то составное, ну то есть какое-то составное вашего счастья, да? Фигурой фиксации может быть линия поля. Вот оно, мое счастье. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. А я благодарю вас за просмотр. Если вы хотите поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, можете сделать это по реквизитам, указанным в описании. Всем классного дня! Я желаю вам счастья!